Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. На следующей неделе у Владимира Владимировича будет проходить прямая линия. И мы решили пообщаться с людьми и узнать, будь у людей возможность, что бы они спросили у нашего президента. Все это смотрите на нашем канале. Это на следующей неделе будет проходить прямая линия с президентом. Будь у вас возможность, какой вопрос вы бы ему задали? Я бы спросила про ангарские пруды в САО. Что там будет происходить? Будут ли там сейчас угрожают, что будут сносить, ну, короче, убирать пруды и будут строить дома? Вот, у нас наболевшие вопросы из САО. У президента много вопросов. Ну вот, один из самых таких насущных, которого вас больше всего волнует. Ну, волнует всех, конечно, больше всего вопрос СВО, конечно же. Когда это закончится и когда мы... Когда победим, короче говоря. И что нам мешает более решительно действовать? Доколе будет править, дать дорогу молодым пора. Не знаю. Никакого. Ну, по поводу здравоохранения, может быть. Повышение зарплаты медицинским работникам, так как мы работники здравоохранения. Среднего медперсонала. Очень бы хотелось. Вопрос. Когда закончится СВО? А вот, может быть, вас еще что-то волнует, помимо СВО? Ну, у меня вот пока, кроме СВО, так скажем, не очень волнует. А вот СВО, наверное, волнует, как и меня, многих. Все хотят, скажем так, положительного решения этого вопроса в нашу сторону. Не знаю даже, честно говоря. У меня, так сказать, много вопросов про судьбу нашей страны. Ну вот, а самое такое, которое вас больше всего волнует? Ну, когда будет климат для инвестиций, наверное, вот так вот. Просто я с работой связана, так сказать, мне хочется, так сказать, чтобы мы развивались, чтобы мы всячески, как модно говорить, шли вперед. Я, правда, не знаю, куда вперед. Но вот хотелось бы, чтобы, так сказать, было понимание, как мы дальше будем развиваться. Чтобы наша страна, так сказать, богатствами примножалась. Так что вот так вот. Ну, поскольку я, наверное, имею отношение к кинематографии, вот хотелось бы, наверное, вопрос задать о культуре. Да, наверное, больше внимания к кинематографу, к нашему кино. Вот, и, ну, дай бог, чтобы оно процветало и улучшалось. Когда все это закончится? Ну, конечно, наверное, насущий по поводу СВО. Когда эта вся история закончится, и, наконец-то, ситуация перейдет в мирное русло, и все будем жить спокойно, потому что все равно тревожно от всей этой ситуации. Больше, наверное, ничего не беспокоит. Знаю, мне все устраивает. Я хожу, вот наслаждаюсь просто красотой Москвы и не знаю даже, какой вопрос. Нету вопросов. Здравствуйте, ответите на один вопрос. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, будь у вас возможность задать вопрос Владимиру Владимировичу на прямой линии, что бы вы спросили? Можно я не буду задавать вопрос? Я боюсь, что меня посадят потом в тюрьму. Да, знаете, так много вопросов. Очень, если честно. Ну, наверное, самое главное, когда у нас повысится уровень заработной платы, наверное, для простого народа, и будут нормальные цены на продукты в магазинах. Владимир Владимирович, что, не знаю, так все нормально, все прекрасно. Какой ему можно вопрос задать? Ну, может быть, есть моменты, которые вас волнуют. Все нормально. Какие могут быть? Серьезные дела же, правильно, у него. Какие? Война быстро закончилась, вот и все.